Доктора Абера Ирана с вами на радио «Свободный Керан». Знаете что, я уже и не вспомню, когда слышал хоть что-то хорошее о себе. Отогнать фургон в нужное место. Я покажу на карте, где его оставить. Приемник настроен на радио «Свободный Керан». С вами Рабира Ирана. Поговорим об Амите. Бесстрашный борец за свободу, уважаемый лидер. А как она смотрится за стволом, никому своего мнения нет. Быстрее.
пираты Рави Райрана. Шабал говорит, не забывай свои корни, только так мы спасем пират. Он в чем-то прав. Говорят, религия — опиум для народа. Если Шабал против наркотиков, пусть найдет замену. Ну, представьте, вы пришли на вечеринку, а вам говорят, них наркотики, них алкоголь, них музыка. И вы думаете, ну и них... Да мне кажется, что все это было... С тобой приятно иметь дело. О, нет! Никакой пощады! Пираты Рави Райрана. Шабал говорит, не забывай свои корни, только так мы спасем пират. Он в чем-то прав. Говорят, религия — опиум для народа. Если Шабал против наркотиков, пусть найдет замену. Ну, представьте, вы пришли на вечеринку, а вам говорят, них наркотики, них алкоголь, них музыка. И вы думаете, ну и нахрена я сюда приперся? Знаете, мне приходилось видеть религиозных фанатиков. Совершенно чокнутых, как будто они упоролись. А если религия штырит не хуже опиума?
такое? Берегись, собаки! Берегись! Этого не может быть! Мне нужна помощь! Идите. Просто идите мимо. Надо кое-что обсудить. Я трусливее сестры, поэтому я здесь, а она воюет. Осторожно! Других машин у меня нет. Да хранят тебя боги! Интересно, чем сейчас сестренка занята? Вы слушаете радио «Свободный Геран». Чайную фабрику используют как прикрытие. Пол де Блёр проворачивает там свои опиумные делишки. Интересно, хоть кто-нибудь в органах правопорядка на это повелся? Деплёр использует те же грузовики, те же фермы и те же склады. Даже логотип остался прежним. Спасибо, Кэп. Что бы мы без тебя делали? Но тут всем плевать. У нас же нет такого агентства по борьбе с наркотиками. Ни УБН, как в Штатах, ни ГНК, как в Китае. Им плевать, знаем ли мы про опиум или нет. Ну да, убийства и пытки пережили, и наркоторговлю переживем. Ведь во дворце Мина нет советника, который сказал бы: знаете, судя по прочим, убийство и фашизм — это окей, но вот с наркоторговлей народ Герата точно хватил дышку. Они не хотят становиться наркодилерами, потому что в таком случае не видать там Нобелевской премии мира. Если они узнают, что за всем этим наркотрафиком стоим мы. Хотя, с другой стороны, Нобелевку получил чувак, который разбомбил половину Востока. И да, вы меня правильно поняли, я говорю про Барака Обаму. Эх, Барак, Барак, я болел за тебя, а ты просто взял и разнес половину части света. И что, ты теперь придешь за мной? Вы, парни, на это способны, у вас хватит сил. У Бейгана нет, он меня не достанет, а вот вы можете, да. Не судите по одежке. Впрочем, Бейгана можно и по одежке судить, так только психоденицы. А теперь снова музыка. Чудо поставь.
Аджай, брат мой! Я как раз думал, что мы должны объединиться. Ты и я. Промысел Божий направил тебя ко мне. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты мои брать. Это псалтир. А смысл? Солдат всегда верен своему долгу, даже если этот долг привел его в страну безбожников вроде этой. Мы солдаты, и наша цель — защищать убиваемых. Знаешь, что необходимо для этого? Вера. Ствол, Аджай! Ствол! Без него не пройти бедствию по морю и не поразить волны морские. Поможешь мне, и Золотой Путь получит свое оружие. Ладно. Славьте Господа, пелена спала с глаз юнца. Такое дело. Вертолет, доставлявший груз через горы, упал. Возьми этот датчик. Опереди армию. Отыщи посылочку. Господь наш дарует тебе транспорт. Что скажешь? Аминь. 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 Ну иди! Иди! Иди, Аджа! Когда звери и люди делят территорию, с ними беды. Добрый день! Твой навигатор говорит, что я уже почти пришел туда, куда тебе надо. Отлично, Аджай. Достигнешь места катастрофы. Осторожней. Армия короля пошлет солдат, чтобы присвоить груз из вертолета. Разбей мерзавцев! Или просто укради груз, как вор в ночи. Пушки где?
теперь? Тоже пусто. Вы здесь? Если нет, то я ничего не понимаю. Thank you.
Посылка доставлена. Распишитесь. Думал, там оружие для золотого пути. Потому и взялся. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Тебе лгут, сам знаешь. То, что зовут кругом жизни, на самом деле это жизнь на чужих костях. Ешь или будь съеден. Для животных это выживание. А люди зовут это бизнесом. Это... Бизнес, Аджай. Проклятый бизнес. Меня спасла пуля. В голову. Она убила старого Лунгина. Страшного человека, имя которому было Палач. Эта пуля продырявила мой череп, чтобы пустить свет Божий в мое сознание. Я был крещен в водах Гока Фоллс. Так, а бриллианты? Левит 17:11. Потому что душа тела в крови, ибо кровь сия душу очищает. Это тени былого, что неустанно преследуют меня. Каждый бриллиант — грех. Совершенный мной. Коих было много. В итоге, что с оружием? Оружие? Будет! Иди! Передай Амите и Сабалу эту благую весть. Да, и, кстати, на старой чайной фабрике Деплёр готовит к отправке большую партию опиума. Что? Опиум? Мерзкий бизнес повсюду. Иди! Скажи им! А как закончишь, навести меня, ибо не пристанен промысел Божий. С этой войной все время на ногах. Вот вернусь домой, разуюсь и лягу.
укатать. Типа укатать, как умотать. Не, приставки разные, а значение то же самое. А, типа как сцепить, зацепить? Да. О, черт. Ом нам шивая, 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 шивая. Ом нам шивая, шивая. Здравствуй, брат. Ты попал в обитель света, куда нет пути демонам внешнего мира. Расслабься. О, брат наш, ом нам шивая, шивая. Он пришел издалека, ему нужны ответы. У нас есть ответы. И очень недорогие. Ага, за все надо платить. Да. Мне видится? Нам видится. Нам видится? Ты хочешь знать, кто мы? Да, я Йоги, а это Раджи. А ты и странник, ты... Ты сын легенды. Чё? Я вижу опасность и мать с сердцем чернее ночи. Аджай Гейл! Приветствую в нашем ашраме. Что привело тебя сюда? Это дом моих родителей. Не пойти ли вам? Что? А чё он нас выгоняет? Не знаю, спроси. Ты спроси. Эй, я тут. А, он тут. Молодец, знает, где он. Входи же, не робей. Ну да, типа, чувствую себя как дома. А мы всё уберём. Вот прям буквально сейчас. Но сперва... Может... Выкурим трубку мира? Ну, пока мы тут перетираем. Ты же не откажешься, а? Думаю, мне и так неплохо. Так что вы тут делаете, а? Аджай, мы представляем интересы одного влиятельного деятеля. Да, она хотела бы устроить встречу, типа полный фуршет. Ты на первое. Ну, пряник не пошел. Значит, нужен кнут. Эй! Какого черта? Yeah!
кончено. Одно испытание отделяет его от свободы. Начнем последний бой! За мной. С какой радостью? Узнаешь. Будь добра, иди в пень. Стой. Жди тут. Выслушай. Прошу. Моя семья у Пола. Их убьют, если я хоть раз ослушаюсь приказа Пейгана. А я тут каким боком? Золотому пути нужен Пол. Мне нужно спасти семью. Ты мне, я тебе. Как? Я знаю путь в крепость. Да, Джай. Полегче с Реджи и Йоги. Их используют, как и нас. Расскажи, в чем дело. Мы с братьями пос...
спасли Яков, когда на нас напала стая диких собак. Я еле унес ноги. Они часто нападают на людей? Нет, но отходы героиновых фабрик сводят зверей с ума. Осторожнее, я отмечу место на карте. Тут где-то был арбалет моего двоюродного брата. Убей их! Положись на меня. Минка проехала. Рано повалить собой или у нас тут наркоманов никогда не было. Ну, героинщиков точно. Мой брат торчит. Хотел вступить в золотой путь, его не взяли. И не возьмут. Его даже жена выгнала. Пришлось его вчера из дома вышвырнуть. Сейчас в свинарнике спит. Забота у него только одна. Где взять следующую дозу? Хочешь, нарезал сырое мясо? Так, в глаза смотреть. Что ж, ты можешь биться. Показал тебе свои хранилища. Сейчас я смотрю на все богатства Керата. Золото, статуэтки из слоновой кости и нефрита. Милые безделушки. Хотя, вообще-то, что смог, я продал на Запад, а что не смог, переплавил в нечто более современное. Золотой путь говорит, что я их ограбил. Лгут ведь! Они сами себя грабили сотни лет, вместо того, чтобы заставить золото работать на них. Это тебе урок, Аджай. Люди лицемерны. Они всегда хотят обвинить кого-нибудь в том, что их жизнь дерьмо, и никогда не хотят разделить ответственность. В следующий раз, как начнут ныть о школах и больницах, вспомни, что их богатство веками пылилось в старых монастырях.
Орел, ну...